Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Metal Max. Герой очень здорово апнули в патче, единственный мид я его не рекомендовал бы брать. Чуть-чуть рискованное это мероприятие. А по поводу апов, добавили 5 базового муспида, что, как по мне, безумно приятно на этом персонаже. И также увеличили радиус третьего, что тоже бывает очень приятно. Хитаться хотел обратить внимание. Против Эмпера есть огромный риск нажраться вначале, у него анимация атаки лучше, у него кнопочки лучше. Но как только дотерплю до вангварда, у него не будет ни единого шанса меня с этой линии прогнать. Наверное, возьму кол. Он в пачку будет заходить нередко. И старт по крипстату более-менее. Хотя на первой пачке так сильно нажрался. Играю один, играю в пати с причем. Познакомимся в папе. С игроком, когда у меня 0 жетонов было. Ну а по итогу я этот размен проиграл, но еще и милишника задонает. Даже двух. Нет, хорошо. Плюха от тавра все равно поймал, хорошо. И на подходе третий. Это же ты не в ботл берешь? Не в ботл, хорошо. 12 хп регена, в принципе, восстанавливаюсь постепенно. Подходить сейчас под кол он побоится, пока у него не будет батла. А к моменту, как батл появится, там же и я буду гораздо мощнее. Можно покрутиться? Хуёжно. Еще две прокрутки маловато для этой ситуации, вам так не кажется? Не то одна, не Вембера, по-моему. Круто, что он не заколил союзников сходить убить моего курьера. Все время вижу на линии ЦМ-ку. Ой-ой-ой, он дает мне ренжа задонать. Какой же кайф невероятный. Нет, руну придется забрать. Конечно, милишника пропускаю, но... Что поделаешь, нельзя ему руну отдавать. Рискует ошибиться. Неплохо. Он еще и щиток практически в помойку выкинул. О, наконец-таки. Показал карусель. Гриф нажимает. Сука, у меня один крип до вангварда. Как это было больно. Вангвард сейчас вот уже подлетел. Давайте подагру вот так вот аккуратненько. Не хочу крутиться, отказываюсь. Крутиться вообще слабые придумали. Не, без прокруток нормально. Так, давайте танк дополнительное. Ботинок негрыженный стик. Фистон нажимает очень часто. Хорошо. Добей этого знаменосца, насколько была бы другая линия, да? Еще бросок. Не боишься, что крутанусь? Два раза по 19.
не сработало, к сожалению. Мана тоже кончилась. Момент крайне неприятный. Руны у него, походу, нет. Ой, точнее, варда. Только не фартануло, как обычно. Че хоть за руна показывай? Инвиз? Ну ладно, хотя бы инвиз, а не что-то полезное. Я, кстати, инвиз мог бы реализовать и убить его в теории. А, был у него вард. Думаю, надо немного маны взять. Давайте возьму вот так вот. Три мангуса. Заодно хаперегена тоже добавлю копеечку. Сейчас там хапериген ослабленный, но... тоже не так плохо. Так, и ЧС вот так. Опа. В эту сторону крипсов. Нет, стоит, ждет, пока я линию спушу. Милишника не получишь. Хорошо. Наконец-таки крутанулся. Кайф невероятный. Правда, мне прямо сейчас взяли бы вырезать из видоса Шакира момент, где я забыл. Вырезать паузу внутриигровую. 5 внутриигровых пауз. Я 3 минуты сидел, опершись на микрофон. Вот такой вот. Гришник какой-то неадекватный. Взял, убежал. Ничего себе, повезло. Давно такого не было. Опа-опа. Надо было просто улететь. Недооценил свою плюху. Так, давайте, наверное, зарашу блинк. Успею еще с фейзами поиграть. Так, а кто это летит? Эмбер Спирит. Хуяло в моменте явно. Я думал, сенсор гораздо меньше надамажит. Это главы в единичку, да. Мне показалось, что он с макшинами играет. Нет, 300 скирсы. Смотрите, что мне дали. Сразу гулю поблагодарю здесь. Товар наконец-таки падает с кайфом. За руны сейчас полетит, к сожалению. Есть такой бот? Леганом ломаю. К сожалению, у меня не будет маны больше. Они побежали за Аркейном. Мышь вырубилась в моменте. Хорошо.
И таймингом блинка я доволен в полной мере. Книжку никто не берет, значит никому не надо. Такой вывод делаю. И Лайс тоже великолепно сработал. Если сомневался, тратить на него деньги и слот или нет. По итогу не пожалел, что не потратил. Стики буду грязить. Это на медовом максе обязательно. Но, возможно, после БМа. Талант можно на муспид взять. Все равно эта штука особо не дамажит. И маны не так много, чтобы ее нажимать каждые 5 секунд. Я подхожу. Я беру меня. Ёбаная жизнь. Хорошо. Я, правда, своего героя с трендом перепутал в моменте. Танчи немножко тоже. Не, не потанчу. Руч тройка, кстати. Нет, нужно в уме держать. Я можем. Хорошо. А этого не можем? Чё ж так прёт-то? Я без маны абсолютно. Нет. Тебе нужна мана? Взяли бы. Да похуй. Тут лего фармит. Казалось бы, такой огромный красный мужик, который прыгает из бесплатного по мане предмета, орёт и бьет топором. Но на самом деле, чтобы орать и бить топором, нужна мана, причем в огромных количествах. Так, только он не выиграл уже что-то. Ну, значит, Бладмейл больше нахуячит тебя. А? А? Вот это что такой наглый? Рубить не получится, к сожалению, без заряженных стиков. Ну, хоть на базу беги. Было время на Аксюльт в единичку некоторые оставляли, потому что невозможно. Сейчас, конечно, хочется в двойку, чтобы больше было шансов. Ну и в тройку хочется. В принципе, максить хочется. Что ты сделал, братан? А, так, ладно, погнали домой. Порегенюсь. А, 2 минуты до нового тира. Очень хочу вырезать момент, где я дышу на Джекира. Микрофон. 4 ебаные минуты. Мне игра нашлась. Я вот не начитал комментарии, все пишут про какой-то СМР-контент и искренне не понимаю, о чем речь. Обычная игра, в которой команда ничего особо плохого не делала. Потом-то им коды кидают. Но я видос записал очень поздно.
Хорошо. Мой пиздюк. Сыграю стервламя. Очень большие беды с маной. Быстрее буду на базу бегать, быстрее обратно. И давайте за руны с имперспиритом драться. Опять. Варта здесь. Пока показывал на вар, чуть крипа не пропустил. ЦМ-ка только что смотрела Vision, значит в этом нет, но обсержа. ЦМ только что закончился. Тренд выйди, ты на Vision не можешь быть. Патия с Monkey King'ом. Ям говно очень запоминающийся ник. Можем? С БКБшкой все равно придется играть, как бы сильно я не хотел. КСшку как можно шустрее взять. Меня не спрашивают о моих хотелках. Ой, тренд с метеором, играющий во вражеском лесу, не в дереве, как же это ужасно. Ладно, я херил у тройки пуджа. Руджа. Стилист крипов. Тем более под такую музыку, да? Нужно более совестливым быть. Гуля, идеальная шматка для себя лежит. А обсервер там был, кстати. Первая ситуация за всю игру, когда у меня есть мана. Ты перед лицом белый, не успевал хукнуть, сори. Это байт был гениальный. Я второй скин на него не кинул. На базу улетел, хилиться. Сори, не учел, что он через меня прилетел. Осторожный человек с семенем. А я не понял шутку. Осторожный человек с именем. Ну все имя. Хилимся, живем. Не знаешь? А я услышал осторожный человек с именем. Не, с семенем, с семенем. Хилим, все живем, знаем. Звуки Эмбера. На линию или на большой попрешься? Красеныш, признавайся. На линию. Вот это реакция! Гуляш не фидит, гуляш не фидит. Гуля, мышь сатаник Дизоль? Молнии для фарма взял, заебись. Дизоль против антимага, сатаник против сенестра. Подхожу к тебе. Гуль, давай подеремся. Пока арены не будет, такая проблема. Снимешь варлик. Что-нибудь можно еще тут поесть? Нет, улетел на ремнант в мизе. А мы шедово погоняем, застранца. Соло, я его не убью никак. Надо пугать как следует. Дело святое.
Да и я не соло, как видите. Пассивку крипы вырубили, что за, блять, гадость? Покажи. Шарю льта нет. Рубить антимага прям особенное удовольствие. Контрспеллом рубилка не контрится. У меня ульта нет, чтобы убить его. Так, есть БКБ. Буду нажимать на антимага, чтобы не манабернил. Сто маны за удар. Ульта не успел кдешиться. А может, Рошу заберем? Это от Гули зависит. Готов он к Рашпиту или нет. Вроде звезды. Он через дизоль, через молнию все-таки. Дизоль, кайф. Только сатаник сначала я предлагал. Ладно, это мелочи. Ой, как же бегаю. Плюс 5 мусспидов патча, напоминаю. И новая крутилочка. Она даже в моменте, по-моему, зарешала, но я не уверен, к сожалению. Секунды нового блинка. Ой, антимаг. Смотрите, какой наглый. Кура, парни, кура. Сюда прыгнул. Там кура с Яшей. Хорошо. С маной беды, правда, просто невероятные. Мне никогда не надоест ныть на тему маны. Не, ладно, против Пуджа невозможно. Пуж все равно самый сильный герой в доте. Что бы я ни пытался. Я думал на хук встать, потом понял, что, во-первых, не успеваю, а во-вторых, все равно не дадут румануть. Мне надо сначала нажать стики, а потом перекладывать Каю. Че, будем решено убивать буль? Как же плюсов хочется. Два плюсика есть. На следующий только на 21-м. Впереди талант. Эйсер без стиков. Не прокатит на Андрея маны нажать ультимейт. Благодаря тому, что десяточка завалялась. Нажимаю блин, которого нет. Как мы его? Ничего бы не подходил больше. В следующий раз поймаю. За жопу. Главное, мы серьезность намерений показали. Остальное второстепенное. Я топ пушной и в решпит подхожу к вам. Не особо люблю манипулировать. Это как бы безобидное. Хотя я сегодня человека в доте нахуй послал впервые с 2021 года. Так неприятно на душе, это прям гадко. А сбить Ленку? Я сбил. Разговаривать разучился. Парни, сейчас семя дам. Вытащил. Насколько ребята свои в доску? Просто 4 типа. Ну, пуш подошел, ни один крип мне не достанется.
Ваш самый сильный герой в игре. Мне, кстати, иногда... Мне вообще... Душные мысли в голову лезут во время игр. Вот в чем мотивация волка? Бежать на огромного акса. Вооруженного 20-го лэба. Тот получил первую плюху. Нанес первую плюху. Нанес 0 урона. Почему бы не сбежать в этот момент? Нет, он дерется до конца и детей своих за собой зазывает. Как-то мы же младшие братья. Может, это его юные леди? Не знаю, как у волков там можно двух завести или нет. Рошан тоже. Рошан еще, скорее всего, разумный. Да и кентавры, блядь, наверняка разумные. Они же все равно без тормозов дерутся. Я бы на месте волка по съебам дал. То есть первый же плюху получил от акса и все. Бежать. Ну я бы умер после первой, очевидно. Но если бы вдруг как волк не умер, то сбежал бы. Злость как это катится. Как ему, наверное, не нравится, что я грибов забрал, но я забрал, чтобы он залез быстрее. Слазь, пока не видят. Дождался конца глобала, ебать, это по-умному было. Я не рубанул? Нет, рубанул. Обычно, когда рубанул, там всякая хуйня разлетается. Рубить хотелось? Я ему курьера с монтой убил. МК не доигрываешь. Типни Трента. Команда подъезд, люблю. Каждому выпустил 7 штаны. Ты это мне или? Он причем. Он даже вот между этими рофлами поиграть немножко успел. На куле переагра, у него Егис с инвестом похилится, если чё. А, блять, нажиматор я тут еще. Надо было курить, наверное. Чё здесь стеснялся, непонятно. Семя не убить. Парни, семя сейчас нам в крипах. Подходим, хилимся, мужики. Подходим, хилимся. Семечко. Все, семечко кончилось. Пойдем, пойдем на топ. Я антимага заколю, ты семечко дашь, похилимся. Это чисто ману сэкономить, БКБшка. Да, хилимся, хилимся, пуш. Типов заработал. Я такое впервые вижу. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Я побежал обрезать Жакира, и мир вам.